С задержанием особо опасного преступника справилась на отлично. А значит, немецкая овчарка по кличке Один и ее хозяин Владимир Харев смогут побороться за высокие титулы. На всероссийский чемпионат по многоборью кинологов приехали из Орловской области. Показать, чему научились за годы службы. Один – это бог войны. Такой у него характер боевой со щенка. Прям такой воинственный характер. Он имя придает ему уверенность, гордость. Лучшие представители уголовно-исполнительной системы из 53 регионов страны и 160 четвероногих разных пород приехали побороться за звание лучших в России, оценивают спортсменов профессиональные судьи. У них есть задача в определенное время выполнить условия выполнения упражнений. Судьи оценивают, ставят им за это баллы, начисления. Если есть какие-то шероховатости, штрафуют. Вот за это вычитают им эти баллы. И вот оставшиеся баллы, которые получает спортсмен, да, потом в итоге складываются в их места в рейтинге. Поиск и обнаружение наркотических веществ, взрывчатки, розыскной профиль. Спортсмены должны продемонстрировать свои умения в конвоировании преступников, прохождении полосы препятствий, поиске человека или запрещенных предметов в транспортном средстве. Готов. Работать. Трехлетний пес по кличке Зевс натренирован на поиск наркотических веществ. Это его профиль, считает Андрей Пустовойтов. Чтобы собака хорошо выполнила задание, важно ей не мешать. Но даже при сложных обстоятельствах, признается кинолог, нюх собаки обмануть невозможно. Если вы там спрятали непосредственно наркотические вещества, не знаю, там хоть где, она почувствует там стекло, целлофан, все эти взяты, и плюс наркотик. Если она знает этот запах наркотика, он его обозначит. Николай Иваненко сегодня в роли фигуранта. Он еще только учится на кинолога, однако не упускает возможности осваивать кинологическое искусство на практике. Преодолеть страх перед нападением – это основное, говорит будущий специалист, но далеко не все. Собаку нужно понимать и чувствовать. Вот. Что она сделает, как лучше сделать с ней, чтобы она не боялась, да, там укусить, чтобы у нее там была какая-то добыча. Вот. Просто собаку нужно чувствовать, понимать. Чемпионат по многоборью среди кинологов проходит ежегодно. В течение 5 дней профессиональные судьи отбирают лидеров. Сильнейших спортсменов в командном и личном зачете наградят кубками. А самые удачливые еще и выполнят норму кандидата или мастера спорта. Татьяна Верняковская, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».